Всем привет, с вами я Фантон, и сегодня я буду вызывать духа Смайлдога. Ну что ж так, погнали. Да, ребят, я хочу вам сказать перед вызовом духов, что с кем я сотрудничал, ну там супер, ну сверхъестественный вызов духов, там все так же называется супернатурал вызов духов, но сотрудничая с еще одним каналом под названием «Фантом вызов духов», поменялся название канала, теперь называется «Страшилки от фантома». Вот, ребят, я очень хочу поменять это название своего канала, но, не знаю, у меня какая-то фигня все время происходит. Так что вот, как и говорилось, что у меня почему-то... Ну, у меня канал уже на андроиде, я понимаю, сейчас я немного непонятно говорю, там, ну так. Ну, в общем, у меня канал на планшете моем, и чтобы что-то это сделать, ну, оформить свой канал, надо зайти в Google+. И, в общем, я захожу в Google+, надо там нажать «Изменить имя профиля», у меня почему-то пишет, что если вы измените имя, то тогда, тогда, в общем-то, у вас почему-то там что-то в интернете происходит. В общем, если вы знаете такое... Что-то с этим, ну, связано, тогда напишите, пожалуйста, в комментариях. Я очень хочу уже давным-давно поменять свой канал на YouTube, но все равно. Ну что ж, давайте приступим к вызову. Этот вызов я нашел на канале «Мертвый хирург». И, в общем-то, у него ничего не получилось, по-моему, я не помню. Ну вот, но... Еще посмотрел страшилки от Дениса, и еще тут недавно вышел... Смайлдог на супернатурал, ну то есть на сверхъестественный вызов духов. У сверхъестественной и страшилки от Дениса все получилось, а вот у мертвого хирурга нет, не получилось. Ну и вот, в общем-то, значит, что вам понадобится для вызова? Вам надо листочка 4. Я выбрал маленький, просто отрезал это 4. Значит, на первом вам надо нарисовать смайл, на втором точка, на третьем док и улыбку на конце. Также по этому способу можно вызвать в подъезде, но я, может, и в подъезде вызову, но в подъезде немного другой способ. Ладно, дорогие друзья, в общем, погнали. Нам надо сначала немного эти листочки смять, как мертвый хирург говорил, вот так, смять немного. После того, как мы все сняли, мы должны постучать по этим листкам. Это вообще очень сложно делать, потому что листки прилипают. Но я сейчас попробую. Значит, давайте. И после этого надо сказать одну три фразы. Ну как? Сейчас. Смайлдог, приди. Смайлдог, приди. Смайлдог, приди. Все, короче, ребята. Если что, пойдем в другую комнату. Пока, короче, ничего не происходит. Блин, страхово как-то. Так, собака моя там. Бежит с котами. Так. Нифига себе! Что это такое тут разлито? Так, у меня там телевизор. Что это такое, ребят? Блин, это же не было разлито. Стоп. Блин. Придется сейчас вытирать по-быстренькому. Ничего страшного, ребят, ну... Как желе, как будто слюни какие-то. Чё за фигня? Чё это за консистенция? Как желе просто. Чё это происходит вообще? Чё это за звуки, блин? Офиги. Ну, блин. Я вообще даже не в курсе, ребят. Ну, вот там точно никого не должно быть, потому что... Тихо! О! Ёп! Что за фигня? Ребят, тихо-тихо. Собака.
Блин, ребят, блин, блин! Ребят, что это сейчас за хрень тут была? Блин! О, господи! Блин, смайлдог, уходи, смайлдог, выходи, смайлдог, уходи! Нафиг! Господи, блин, ребят! О, господи! Господи, опять! Господи! Собака тоже испугалась! Господи, ребят, блин! О! Господи! Что за фигня? Где эта собака лаяла? Ну, то есть, смайлдог этот. Короче, ребят, ну, по мне он существует. У Супернатурал он вламывался в дверь, где он сидел. У страшилки от Дениса она лаяла. Ну, это собака лаяла. Господи. Я абсолютно не могу поверить в это, ребят. Какого фига? Что за лаи тут были? Блин. Господи, ребят. Ладно, ладно, дорогие друзья, с вами был канал Вызов Духу Фантом, с вами я, Фантом. Подписывайтесь на канал Супернатурал Вызов Духов, подписывайтесь на канал Мертвых Херов, подписывайтесь на канал Страшилки от Дениса, подписывайтесь на канал Страшилки от Фантома, и всем пока, с вами был Фантом.